хочу покататься на кораблике и ищу, где находится порт. В одну сторону уже сходила, порта не нашла. Народу, народу, время вечера, все спешат домой, а я спешу на кораблик. У меня сегодня последний день в Париже, я завтра уезжаю. Ну, после я улетаю. Сразу. Я хочу кораблик. Чтобы знать, на какой стороне он останавливается. Знаешь, что я приехала без багажа? Столько прикольных всяких каких-то сумочек, шапочек, шарфиков. Нифига, блин, не купить, мне чемодан битком. Итак. Вот. У меня даже есть флайер. Вон на скидку в 2 евро. Ну где-ка? А, я вижу кораблик. Все. Я иду. На кораблик. Я хочу туда. Да. Я интересно, не успею, нет? А вдруг, оказывается, где-нибудь в другом месте. Бай. Что-то люди все что-то показывают, какие-то билетики. А где касса? Люди, где касса? Да. Так низко в Париже я еще не спускалась. О, корабль среди меня один. О, я вижу, здесь касса. Ура! Ура! Ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля!